Представляем свободный спорт. Команду Владивостокского спелеоклуба. Максим Авдеев, капитан команды, спелеолог во втором поколении. Идейный вдохновитель ряда экспедиций. Впервые участвует в мультигонках. Я не бегал и не велосипедил. Я ходил только иногда. И я думаю, что если бы мы так же тренировались и в спелеоклубе, как сейчас вот мы начали тренироваться к этому мультиспорту, ну, мы бы совершенно по-другому ходили, и было бы намного проще в каких-то пещерах, экспедициях. Хочу извиниться перед нашим тренером Никитенко Дмитрием. Не очень хорошо получилось ЭКГ, я его там чуть поставил. Ну, прошу очень большого прощения. Александр Пак, спелеолог со стажем, но новичок в мультиспорте, серьезно тренируется перед гонками. Я человек команды, если для команды это нужно, я сделаю этого. Так, в среднем я пробегаю по 15 километров. Велосипед мы начали только недавно тренироваться, проезжали мы по 40, по 60. Анатолий Пак, однофамилец предыдущего спортсмена. Как и все члены команды, в мультигонках участвуют впервые. Ранее занимался греко-римской борьбой, сейчас увлекается горными лыжами. Пробовал все в групповых видах спорта, это достаточно тяжело. В индивидуальных видах спорта у меня получалось все гораздо лучше. Анастасия Шувалова, начинающая мультиспортсменка. Не имеет спортивных разрядов, но более года занимается спелеологией и с детства дайвингом. Ныряет до 10 метров, что, несомненно, пригодится ей в водном и скальном этапах на гонках. Хотелось бы, ну, хорошо выступить, но, по крайней мере, дойти. Я надеюсь, что буду на уровне своей команды. Итак, 6 октября. Остров Русский. Гонки на выживание без башни. Спонсоры проекта – Водолазный центр «Три измерения». Компания «Принт». Информационная поддержка «ПТР».